попадешь в Китай, а я в индийскую тюрьму. Но я счастливый человек, ведь я однажды отыщу тебя в огнях. Немыслимые дети, прошедшие войну, мы падаем в снежок, и на твоей щеке не целованный от ветра ожог. Радуйтесь, суки, ведь ворована радость на шумной и праздничной улице. Пропасть в тебе вызывает лишь ложное воспоминание, желание пропасть. Таисия про Питер открыла номинацию «Взрослые леди про».